Хорошо играли, выдерживали план на игру. План был играть плотно в обороне и действовать на контратаку. У нас получалось это. В первом тайме, может, немножко мы не доводили передачи до атакующих игроков. Но в конце концов, в принципе, контратаки и забили гол. А потом необъяснимый провал. Такие ошибки детские, которые нельзя просто делать, привели к тому, что получили 2 гола. Ну и там уже 3-й. А с чем все-таки по-вашему связано? Вот это, ну, или это навал, батэ, или это просто отсутствие концентрации в концовке? Я бы не говорил, что отсутствие концентрации. Ну, тяжело, конечно, в такую игру входить. То есть замены, может, не совсем сыграли в плюс. А так, я говорю, все было в наших руках. И только одна замена, то есть кто-то, в принципе, устраивал вас? Да, полностью выдерживали план на игру, поэтому ну, и замены, как бы, плановые замены были, да. Но ну, тяжело говорить что-то по игре, которая давалась. Да, батэ больше владел мячом, больше атаковал. Но еще раз говорю, оборонялись мы очень хорошо. Моментов, по сути, и не было. Ну, небольшой 5-минутный провал, и такой итог. Ну, все парни старались. Счет, конечно, чуть не устроил. Мы повели первое. Ну, соперник оказался сильный, реализовал свои моменты. Ну, хочу поблагодарить парней, что боролись до конца. А что случилось в концовке? 3 гола батэ. Ну, возможно, наша команда устала физически, и из-за этого появились свободные зоны, и команда ДК как батэ ими воспользовалась и забивала голы.